А всем привет, дорогие друзья, с вами снова Мипфи, и сегодня я продолжаю выживать в игре под названием Project Zomboid. И за кадром я зачистил вот этот вот вход к этому блокпосту. Здесь еще больше трупов зомби, потому что тут они сошлись со всей округи. И тут уже есть проезд как раз таки на этот блокпост. А мы сюда заезжаем и просто едем здесь обосновываться. Кстати, тут внутри будет много зомби, потому что внутри я ничего не зачищал, поэтому придется их всех убивать вручную. Вот тут вот пушки есть, ой, аккуратно. И в том вот контейнере тоже пушки есть. Это вроде бы кухня тут, а вот тут вот просто жилые палатки. Так, ладно, я таких буду убивать очень долго, поэтому садимся в машину, придется их всех задавить. Я их поднакоцал немного. Просто вот так вот едем сюда и всех их давим. Тут неподалеку есть один город, это не Вестпойнт. И думаю, если моя машина сломается, я просто туда поеду и заберу новую машину. А как вы поняли, в этом выживании машины это просто расходный материал, так сказать. На! Вот, а, минус бита. Так, дальше, просто бежим вот в этот вот домик. Надо сейчас тут баррикаду поставить, вот, например, вот это вот. И еще тут надо закрыть штору. Так, ну и получается, ложимся спать. Блин, вот плохо, конечно, что на улице ночь, но что поделать. Хотя, если у меня есть снотворное, а у меня его нету. Ну и ладно, тогда выходим. А нет, стоп, сначала надо залутать этот дом. Так, армейские ботинки, о, надеваем, конечно же, армейские штаны тоже надеваем. Полностью сейчас поменяем всю одежду на армейскую. Так, дальше, где-то тут надо нащупать ящик. Вот ящик, так, смотрим. Это тут просто пистолет, всякие штаны, футболки, это мне не надо. Где шкафчик? А, вот. А, так, из этого всего мне тоже ничего не надо. Тут очень много этих палаток, поэтому я думаю, я смогу все налутать. Было бы хорошо найти еще... Тихо. Вот это опасно сейчас было. Я что-то забыл, что тут зомби есть. Так, ладно. А, тут армейская футболка. Вот это вот давайте, пожалуй, наденем вместо этой зеленой. Будет хорошо, если я найду еще армейскую каску. О, армейский шлем. Это то, что мне надо было. Плюс армейская рубашка есть. А ну-ка. Это я вместо чего сейчас надену? А, вместо ничего. О, бронежилет. Этот бронежилет я выкладываю вот сюда вот, хотя они, по сути-то, одинаковые. Но все-таки это армейский бронежилет. Он более подходит к моему костюму. Армейский китель. Это как кожаная куртка. Вот это вот я, пожалуй, надену. А кожаную куртку вот сюда вот покладу. Получается, у меня есть full комплект армейской одежды. Да, я теперь прям настоящий армеец. Так, ладно, ну давайте уже эти два или сколько тут, три дома долутаем и пойдем обратно в тот дом или прям в этом вот доме. Ой-ой, пойдем поспим, тут еще есть зомби, тебя я, пожалуй, убью. Так, смотрим, ничего полезного нету. Еще я хочу пить, попить я смогу на кухне, но сначала я, пожалуй, тут все долутаю и тогда уже пойду туда. И опять ложимся, а, я не могу лечь спать. Блин, стоп, а что у меня есть попить? О, вот, газировка, окей, давай пей полностью. Итак, я все-таки смог поспать, и теперь идем зачищать всю эту территорию от зомби, ведь тут будет моя база, а на моей базе зомби не надо. Вот тут вот, кстати, есть раковина, но она уже бесполезна, ведь воду отключили, а хотя можно вот попить и набрать воду в бутылке. Да, вот так вот делаем. Дальше смотрим, что тут по еде, ничего себе. А тут нормально так еды, еще в морозилках. Да-да-да, ё-моё. Нормально так, конечно. Короче, перекладываем все в одну морозилку, вот так вот. Дальше, филе рыбы тоже можно в морозилку переложить. И давайте прямо сейчас что-то приготовим. Хотя, стоп, нет. А сначала давайте лучше я перекладу все свои запасы вот в этот вот шкафчик. В принципе-то, думаю, тут будет у меня кухня, потому что это как бы кухонная палатка. И тут будут храниться все мои запасы еды. Так, стоп, то, что может испортиться быстро, я все-таки положу в холодильник.
Ничего себе! Какая у тебя одежда, конечно. Давай, подходи сюда. Это, походу, городской камуфляж у него. А, это маскировочные штаны и маскировочный халат. Ничего себе, прям как в PUBG. Вот интересно, оно реально добавляет маскировку от зомби? Или это чисто как просто одежда создана? Вот это вот я, кстати, не знаю, реально. Кто шарит, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот тут вот вроде бы все зачищено. Где-то вот в той стороне находится медицинская палатка, там куча медикаментов. И, кстати, там удобная кровать есть, поэтому я сейчас туда пройду, сопру ту кровать и поставлю ее в свою палатку. Вот это вот медицинская палатка. Тут куча медикаментов, куча разных бинтов. Давайте все, кстати, это соберем сейчас и покладем в один шкафчик. Потому что как-то тут все разбросано, так мне это не нравится. Еще вот тут вот бинт есть, конечно же, все это забираем. Так, ну, кстати, по идее, я все свои медикаменты только что выклал. Нет, вот они есть. Но все-таки надо бы взять вот эти вот все бинты. А бета-блокаторы тоже возьму. Обезболивающее побольше надо. Когда я буду фитнесом особенно заниматься, тогда обезбол прям будет очень полезен. И снотворное, конечно же. Так, ладно, еще. Берем, значит, вот так вот делаем и просто крадем вот эту вот кровать отсюда. Все перекладываем вот сюда, вот, надеюсь, места хватит. Да, места мне хватило, отлично. Идем к какой-нибудь палатке, в которой я буду жить некоторое время. Ведь я собираюсь построить свой дом тут. Вот, например, вот к этой вот палатке, где я ночевал сегодня. Тут я и буду жить, поэтому идем. А дальше поднимаем вот эту вот койку и ставим сюда вот эту вот удобную медицинскую кровать. Все отлично, теперь если тут спать, то качество сна хорошее, а не среднее. Кстати, точняк, забыл еще сказать, почему эта база такая имбовая? Потому что еще в той части базы есть выход к реке. А река — это бесконечная вода, это бесконечно можно стирать одежду, бесконечно умываться, бесконечно ловить рыбу. В общем-то, река — это очень имбовая штука. А, еще, стоп, забыл сказать. Вот в той вот стороне находится кое-какой город. Называется он Луисвиль. А, кстати, скорее всего, скоро мы туда и поедем. Так, ладно, тогда садимся в машину. Думаю, этого вот запаса еды мне пока что хватит. А вода у меня, что по воде? А, всего одна бутылка, да? Стоп, или это две? А, это две, нормально. Тогда заводим... Ой, куда ты вылез? Во-первых, смотрим, что тут по вместительности. Это вот забираем. Это можно, в принципе-то, забрать и просто выбросить. Потому что это мне не надо. А в багажнике у меня что-то есть? А ну-ка. Ё-моё, сколько у меня тут всего? А почему я это не выклал? Тогда едем вот к тому вот складу оружия. В принципе-то этот склад будет и складом моих вещей, потому что, думаю, это помещение подходит больше всего для этой цели. В общем-то, идем с кувалдой вот сюда вот. Сейчас сломаем эту дверь и посмотрим, что тут внутри. Давай. Бам, бам. Все готово. Ё-моё, сколько тут ящиков? Всякая медицина, винтовки, патроны. Хорошо, еще патроны. Но чтобы добраться туда, мне надо эти патроны перекласть вот сюда вот. И надо уничтожить этот ящик. Все, а ну-ка, смотрим. Одежда, еще больше оружия и патрон. Рации, еще рация. И патроны. К сожалению, второй М16 нету. Но в Вестпойнте есть еще оружейная. Поэтому туда я тоже когда-нибудь наведаюсь. И залутаю там много пушек разных. Кстати, скорее всего, пока я все эти предметы буду перетаскивать в ящики, то наступит уже ночь и придется опять поспать. Thank you.
Вот когда играл за кадром, я сюда приезжал, тут было прям много оружия, а в этот раз, ну, какая-то мелочь прям реально. Так, ладно, получается сортировка готова, багажник пустой, и идем спать в нашу палатку. Так, ну а теперь на улице 5 утра, и можно выходить спокойно, вроде бы уже более-менее светло должно быть, да? Так, ладно, думаю, пора выезжать в тот город уже. Вот эти вот два контейнера, к ним можно зайти, и по идее в них будет хороший лут. Так, ну вот только опять тут много зомби, как же я ненавижу этих зомби. Ну ладно, все-таки мне надо прокачивать длинные дробящие, поэтому давайте, зомби, подходите сюда. А, тихо, не-не-не-не, ты че, тварь? Ауч! Ау-ау-ау-ау-ау, хорошо, что это просто царапина. О, черт, это плохо. Давай дезинфектор и быстрей бинт. Жесть, блин. Цапнул у меня все-таки. Так, ладно, ситуация очень плохая. Мне надо бежать в машину. Быстрей, 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 быстрей. Ладно, я передумал лутать эти контейнеры. Ну нафиг. Блин, обидно получается. Меня все-таки смогли цапнуть. А, ладно, тогда просто уезжаем отсюда, ну нафиг. Так, ну тогда едем к другому месту, потому что там слишком много зомби. О, ну кстати, тут есть заправка. Слушайте, пожалуй, вот тут вот я как раз-таки и остановлюсь. Блин, ну вот только тут тоже есть зомби. Ладно, давайте, так уж и быть, этих зомби просто задавим на машине, потому что я как-то уже не хочу выходить и вступать с ними в ближний бой. Кстати, блин, правая кисть у меня ранена, поэтому в ближнем бою я буду очень плох. Я буду, по идее, медленнее махать оружием, наносить меньше урона, и это очень плохо, потому что, походу, в ближайшее время мое единственное оружие это будет машина. Так, ладно, тут остается последний зомби, давай, так уж и быть, подходи, я тебя убью в ближнем бою. А нет, кстати, я не так уж и медленно махаю. Нормально, так, ладно. Глушим двигатель. И теперь на тихом шагу, пока никто меня не видит, идем лутать эту заправку. Что это тут вообще такое? А, это, видимо, тут машины чинят. Так, как тут войти? Вот тут вход есть, а ну-ка. Да, открыто. И теперь тут я сейчас добуду очень много всяких вкусняшек. Но еще, тут есть сигареты и зажигалка. Это тоже очень полезные вещи для моего персонажа. А, так, берем. Это тоже я беру. Вроде бы еще тут где-то должно быть. Да, ё-моё, сколько тут сигарет. Это моему персонажу хватит примерно на всю жизнь. А, бумажные пакеты пустые. Так, дальше. О, бутылка с водой. Вот это вот надо бы все забрать, потому что бутылки с водой это уже редкость. Жевательные мишки, это все будет повышать мне настроение, когда моему персонажу будет грустно. Тут есть кладовка. О, канистра. Так, ладно, это хорошо. Канистра мне пригодится. Еще вот это вот заберу. Еще две канистры. Это я сейчас наберу очень много бензина. Так, 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 так. Тогда бежим, забираем все, что есть вот, вот тут вот. И бежим обратно к моей машине. Так, еще вот это вот. Все отлично. А вот тут вот что-то есть? Нет, тут, к сожалению, ничего нету. Просто бежим быстрее к машине. Вот багажник, а ну-ка. Ё-моё! На 25 килограмм стало меньше места. Вот это вот плохо на самом-то деле. Ну, ладно. В принципе-то в любой момент я могу подойти к любой машине и поменять свою машину на ту машину, которая мне попадется. Там зомби идет. Я тебя видел, зомби. Ой-ой-ой-ой-ой.
Иди нахрен, зомби. Давай я тебя просто затолкаю вот так вот и сяду в машину. Все, надо отсюда валить. Заводись! Заводись! Спасибо. Фух, ё-моё, еле как завел эту машину. Давай, бензин вот сюда вот клади. Так, получается, едем прямо. И на следующем повороте надо повернуть, и там будет кое-какое сооружение, в котором я найду кучу полезных вещей. Где-то тут должна быть пожарная часть. Но вот где она, я не понимаю. Так, ладно, тогда давайте где-то вот тут вот остановимся сейчас. Убьем парочку зомби. Так. Стоп. Только надо все по-тихому делать, чтобы меня еще больше зомби не заметило. Надеюсь, меня в этот раз не цапнут. Так, стоп, надо заглушить двигатель. И побыстрее, потому что та толпа зомби может заметить меня. Так, вроде бы они меня не видели. Но меня заметил вот этот вот зомби. Так, все отлично. А ну-ка. Заперто, блин. Открыть окно нельзя. Может быть, как-то обойти смогу сзади? А ну-ка. Зомби вроде бы нету. И тут заперто. Неужели придется разбивать окно? Это будет очень шумно. А, грязный бинт. Стоп, поменять надо. Оттуда кто-то стучит. Ладно, разбиваем окно, надо быстрее только все это делать, убирая осколки. Это вроде бы никто не слышал, хорошо. Давай, лезь. Смотрим, что тут есть. А ну-ка. О, ничего себе, сахар забираем. Вот это вот все я, пожалуй, заберу, потому что это мне пригодится на базе. Я с этого всего могу что-то приготовить. А... испорченное, ё-моё, уже все портится. Так, а это просто выход на улицу. Блин, очень мало тут лута. Milk and more. Молоко и больше. Еще зомби. Сколько вас тут, жесть. Ай-яй-яй, понял. Спасибо, бита. Давай быстрей прут. Прут в основную руку. Давай, 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 быстрей. Зомби идет, сейчас съест тебя. Быстрей бери. Давай, давай, все, взял. На! На! Блин, я, кстати, уже устал. Надо будет отдохнуть. Ну давай, упади, пожалуйста. Все, хорошо. Это что за молоток у него на штанах висит? А ну-ка. Каменный молоток? Нормально, конечно. И у этого тоже. Какого хрена? А сколько у него урона? А, ну такой себе урон. У него топор там? Ничего себе. А, нет, нет, тихо, 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 осколки же ж. Давайте сюда. Это какая-то банда, походу, тут лутала этот магазин, но превратилась в зомби. Так, ладно. Тихо, 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 погодите. По одному, пожалуйста. Фух, ё-моё. Опасно, конечно. Так, вот этот вот топор, пожалуй, я заберу. Получается, все вот это вот лутаем, потому что это теперь все мое. В принципе-то, думаю, это еще залутаю, и можно уезжать в город. Консервы, кстати, есть. Консервы — это хорошо. Тут куча еще всего, блин, надо быстрее бежать к машине, перекладывать все в машину. Зомби нет! Только не это, только не это. Я не буду с вами сражаться так, я лучше сейчас... заведу машину и вас нафиг задавлю. Так, вроде бы все. Вроде бы больше никого тут нету. Бежим, бежим, бежим. Давай, быстрей, консервы все вот, вот так вот просто. Куда в труп? Нет, в машину. Зачем трупу консервы? Так, ну и получается бежим просто забирать все, что там осталось. Вот это вот сюда, и получается вот это вот последнее, что тут есть, тоже все сюда. Так, теперь просто тихо по стелсу отсюда убегаем. Нет, стоп, я еще не посмотрел, что вот тут вот. А ну-ка. А это вообще открывается? Деньги.
Ага, это не открывается. У меня уже сильная усталость, у меня уже изнурение. Мне срочно надо ехать на базу и ложиться спать. На таких вот полях иногда может заспавниться очень много бит, вроде бы. И эти биты мне бы пригодились, но их, к сожалению, тут нету. Жесть! А почему так мало места? Ё-моё! Соболезную тем, кто тут жил. О! Это тут супермаркет, кстати. А метка, 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 метка ставим. Конечно же, ставим метку. Я сюда еще вернусь, потому что тут очень много разной еды по-любому есть. Так. О! Стоп. Мне надо кое-что очень быстро глянуть. Заперто. Блин. А ну-ка, а какая у меня дверь багажника? Возможно, эта машина будет лучше моей. Давайте все-таки попробуем задавить этих зомби, которые тут есть. Если эта машина не подойдет, то заберу вот тот вот пикап там. Потому что все-таки моя машинка уже старая, уже накоцанная. Ее надо заменить. Вроде бы тут зомби больше нету. А ну-ка. Так, глушим двигатель. О, ну тут, кстати, открыто. А ну-ка. Садимся сюда. Открываем багажник. Быстрей, 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 быстрей. 130! Так, хорошо. Вот так вот ставим фургон, чтобы было все рядом. Ох, жесть. У меня уже обзор даже уменьшился. Это очень плохо. Так, ладно, давай вот так вот все выделяю. А я могу сразу... О, я могу сразу так сделать, походу. Все, отлично. Так, остался, получается, только бензин на переднем сиденье. Так, и еще можно этой канистрой слить бензин с этой машины. Ее еще взломать надо, точняк. Так, давай, взламывай. Получилось, все. 23:30, жесть, как же поздно. Ай-яй-яй. Ауч. Ауч. Это было больно. Это было реально больно для моей машины. Но ладно, думаю, пока что все нормально еще. Так, тут главное не втраниться в какую-нибудь палатку или типа того. Так, я уже рядом. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Тихо, не надо так. Заезжаем вот сюда вот.
Фух, просто жесть. Что это было? Я считаю, что это максимально продуктивная серия. Я залутал очень много еды. Теперь мне этого хватит на очень долго. Кстати, давайте прямо сейчас, вот, например, вот этот вот бутер съедим. Фух, жесть. Ну и в принципе-то, думаю, на этом можно заканчивать. Вот такая вот серия получилась. Я пока что ложусь спать. Ну и, конечно же, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Мипфи. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.